Барнаульская мэрия будет штрафовать обслуживающие организации за несвоевременную уборку крыш многоквартирных домов от наледи и снега. В настоящий момент составлено порядка 20 протоколов в отношении управляющих компаний. Им грозит взыскание в размере 50 тысяч рублей. Предполагается, что проверку деятельности организаций будут проводить каждую неделю. Как утверждают в управлении жилищно-коммунального хозяйства, жильцы вправе сами требовать у обслуживающих организаций своевременной уборки прилегающей к дому территории. По телефону горячей линии 370 532 можно сообщить о всех подобных фактах.